Всем привет, меня зовут Ольга. Хочу вам рассказать сегодня про наши натуральные накладочки. У нас их огромное количество, очень много разных и по длине, и по цвету. Я подобрала те цвета, которые подходят именно мне, под мои волосы. Начну с самой маленькой, называется она RP09, стоимость у нее 3500. Вот, она на двух таких вот заколочках, которые пристегиваются к вашим волосам очень легко. И тут силиконовая полосочка, которая плотно придерживает, прижимает ваши волосы. И накладочка держится. Прикладываем, упираемся и натягиваем хорошенько. Вот, она подходит тем людям, у которых пробор редкий или, может быть, там какие-то проблемы прикрывает эта накладка. Вот, у кого не окрашенные корни, то есть очень даже неплохо смотрится. Вообще она на короткую стрижку подходит, ну как видите. И на длинную тоже будет очень даже неплохо. Можно и прически делать, приподнимать. Немножко укладывать, как хотите, какие-то заколочки. Будет хорошо. Следующая накладочка у нас будет под мою длину. Называется она RP03. Вот такая у нас имитация кожи головы. Вот шелковая вставочка у нее. Она побольше основания имеет. И также ее пристегиваем, сейчас увидите. Так, прикалываем. Немножко оставляем свои волосы, чтобы естественнее все смотрелось. Вот на вот этой части немножко нужно оставить своих волос. Вот, у кого свои, допустим, редкие волосы, тоже можно использовать эту накладочку. Будет побольше волос. Можно их накручивать, вкладывать. Можно пользоваться воском, гелем, лаком. Все, что вам нужно, пожалуйста. Так, и имитация кожи головы сверху. Можно перекладывать пробор на любую привычную вам сторону. Стоимость такой накладочки 18 900. Есть вот такая еще накладочка, тут длина 30 сантиметров, длина волос. Называется она RP02. Так, также на трех заколочках, имитация кожи головы. Подходит тем, у кого каре, или до плеч длина, ну, то есть вот чуть-чуть короче моих. Расчесываем, укладываем. И волос побольше, очень даже хорошо. Стоимость такой накладочки 15 500. Также у нас есть накладки, которые на короткую стрижку. Это накладочка называется RP08. Вот она на вот таком вот основании, на трех заколочках. Ее можно приподнять круглой расческой с феном, сбрызнуть водичкой, и будет она попышнее, пообъемнее. То есть это прикрывает на теменной части ваши проблемные зоны и создает такой воздушный невидимый объем. У кого есть такие проблемы, не обязательно прибегать к парикам, можно просто пользоваться вот такими накладочками. Вот видите, мне она короткая. Ну, тем не менее, проблемные места. Вот мне, допустим, светлые корни сейчас, и она прикрывает. И у меня концы и корни одного цвета. Стоимость такой накладочки 5 500. Еще у нас есть накладочка из натуральных волос, называется RP07. Она стоит 8 500, у нее вот такое основание, и на двух заколочках она застегивается. У нее внутри шелковая вставочка, то есть двойная такая сеточка. Сейчас вам покажу, вот она. И за счет этого очень хорошо смотрится имитация кожи головы на макушке. Вот, сейчас я ее примерю. Она подходит как на каре, на отросшие стрижки. Ну, даже на мою длину она тоже хорошо смотрится. Пристегиваем, немножечко подтягиваем и застегиваем вторую заколочку.
Отращиваемся. Я подобрала ее хорошо по цвету своему. И вот почти незаметно. У кого редкие проборы, какие-то проблемы, аллопец или еще что-то, не прокрашенные корни, это выход. Можно надеть такую накладку. И еще одна накладочка называется Fill In. Она у нас недавно появилась, но очень хорошо себя зарекомендовала. Она погуще, чем все остальные, которые я вам показывала. У нее вот такое овальное основание и 4 заколочки. В пределах этой сеточки, вот по центру, можно перекладывать пробор на любую привычную вам сторону. И будет хорошо смотреться. Пристегиваем по линии роста волос. Можно чуть-чуть отступить, вот как я это делаю. Накладочка подходит как и к моей длине, можно и каре. Очень такая объемненькая, хорошая, интересная. Заходите к нам на сайт, ссылка под видео.